Неизменяемость материи – это мираж. Меняя структуру материи, мы можем изменять и саму материю, потому что все объекты мира есть проявление мыслей нашего наблюдения. А какие у нас мысли? Наблюдение – это и есть создание объекта. Наблюдатель создает наблюдаемое. То есть это можно немножко как бы и перефразировать. Исследуя, мы создаем то, что желаем получить в результате этого исследования. Исследование – это диагностика. Мы диагностируем. Но диагностируем для чего? Имея в себе как вектор цели устремления определенную мыслеформу, в которой мы, например, хотим избавиться от определенного негативного события. События по жизни или по здоровью, неважно. И то, и другое можно достичь. Потому что мысль человека является инструментом воздействия на биохимические процессы нашего организма. Мысль – это организованная электромагнитная волна, которая может корректировать и даже менять внутренние процессы биоциноза.